Экспозицию столовой Дома-музея Ленина украшают старинные часы фирмы «Мозер». В России, в том числе и в Симбирске, знаменитые часы «Мозера» появились в первой половине XIX века. Эта фирма по производству самого разного ассортимента часов с боем и без в золотых, серебряных и стальных корпусах, основанная часовщиком Иоганном Генри Мозером в швейцарском городке Лелокли, стала известна как «Русско-швейцарская» и на российском рынке пользовалась большой популярностью. В 1826 году Иоганн Генрих Мозер, сын часовщика, открыл часовую мастерскую в Санкт-Петербурге. В 1828 году торговое представительство в Петербурге, а затем торговый дом в Москве в 1839 году. Особенно дорогими считались часы с вечным календарем и луной, с определением лунных фаз. Продукция фирмы широко распространилась по России. Известно, что Владимир Ильич Ленин носил карманные часы Мозера. Часы Генри Мозера – одни из старейших в коллекции музея. По сей день посетители могут услышать бой швейцарских настенных часов.